окунайтесь в клоунаду и помните про коврик с нарисованной похлебкой, за которой был скрыт театр. Подождите, я дайте сфотографирую. Ура! А это заслуженный артист цирка России. Что-то Россия. Россия. Союзного государства. Заслуженный артист России. Клоун Николя. А вы кто? Андрей. Художник? Писатель? Поэт? Музыкант? Это радует вас, хорошо, и пришли и дети, и взрослые, и родители. Итак, вы сегодня пришли на наш новогодний премьерный спектакль, который называется «Операция «Сладкая ловушка». Что это за операция? И почему «Сладкая ловушка»? Вы узнаете, когда будете смотреть наш спектакль, и все поймете. Думали-гадали, как же наших злых жителей добрее сделать? И вот такое с морозкой... Морозкой? Да, сладкую ловушку придумал. Ловушку? Верно, морозка. Держи мой волшебный чемоданчик. Держишь? Зовут тебя как? Кто? Егор! Аплодисменты Егору! Кто я? Я! Что? Клоун! Что сказал твой клоун? Зовут? Коля! Николя. Николя. Внимание сейчас для вас. Николай покажет уникальный трюк. Никто не подсказывает, куда исчезает мой белый платок. Внимание! Внимание! Не подсказываем! Николай! В руке! Кто любит цирк? Я! Да! Я очень хочу! Кто любит клоунов? Я! Yeah.
Держись за голову! Внимание! Держись за уши его! За уши возьми! Крепче за уши! Считаем! Раз! Беларусь и Россия – две родные сестры. Мы друг другу верны, будем вместе навеки. Две прекрасные, гордые наши страны поедино слились, как сливаются реки. Дорогие жители и гости замечательного города Витебска, Дед Мороз поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает мира, добра и счастья. С Новым годом вас, мои дорогие!